А это не надо. Я отстраняю тебя. Но? Тебе была дана конкретная задача изъять у Губина флешку с компроматом. Я тебе русским языком объяснил, насколько она для меня важна. Если даже меня сместят с должности из-за пустякового компромата, то меня уберут. Мои же партнеры. Вы думаете, Губину это нужно? А я не знаю, что ему нужно. Мне не нужно, чтобы он копался в моих делах. Он, конечно, сказал мне, что видеофайл с компроматом не копировал, но где гарантии? Но ты сама прекрасно знаешь, что копировалась информация или нет, какая и сколько раз, можно проверить с абсолютной доскональностью. И я проверю это, когда у меня на руках будет запись. Но ты не можешь выполнить простейшего задания, благодаря чему у Губина масса времени. Для того, чтобы сделать копии. Квалификацию теряешь. Или, может, ты просто не в его вкусе. Может быть, я
Что может? Иди, попарься. Что с твоими родителями? Маманя у меня только сидит. Четвертый год уже. За что? За мокрое дело. Только она того мужика не убивала. Его менты мочканули. А посадили маманю. Надо же кого-то посадить. Что ж мне с тобой делать-то? Чего? Пожрать дал, спасибо. Пойду. Ну-ка, сиди! Сиди! Куда ты пойдешь? По подвалам? По помойкам? В детский дом тебе надо. Ни за что. Хреново там. Очень хреново. Ладно, поела? Пойдем. Куда? Сказала, в приемник, в детдом не пойду. Ко мне пойдешь. Про мать расскажешь. Если она невиновна, я ее вытащу. Ты мент, что ли? Не совсем. Ненавижу ментов. Заходи. Что это? Не что, а кто? Это Янка. Она у нас поживет. Вообще-то я перчатки просила купить. Тебе что, плохо? Ну-ка, давай в туалет. Давай, 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 давай. Ты зачем эту грязнулю домой привел? Она нам сейчас весь туалет загадит. Девчонка просто голодная была. Переела. От этого вообще умереть можно. Ты что, прикалываешься? Если долго голодать, потом досыта наесться, можно умереть. Зря я ей столько еды купил. Шухер, Тёха найдет! Вы что здесь делаете? Парни, что бегите! Такое? Ах ты! Нет! Нет, а? Нет, а посмотрите, а? Как они бегают, поганцы! Он что себе думает? Что я ему вот этаки все постираю, да? Чё такое? Чё-то... Чего? С легким паром. Так, что бы тебе дать? Так. Джинсы, майку, сарафан. Мне все равно, я могу свое надеть. Свое? Я уже все выбросила. Это уже стирке не подлежит. На, держи. Спасибо. Oh!
Ну вот, однако же, картина маслом. Беспризорники покушали. Капиталина Михайловна, может, в милицию? Варвара Петровна, вы таки думаете, что милиция все это доест? А ты симпатичная. Ну, чем займемся? Можем в компьютер поиграть, если хочешь. Я не умею. А, ну, тогда можем музыку послушать. У меня хочешь на плеере, хочешь на магнитофоне. А что ты любишь? У меня есть много дел. Слушай, может, хватит мне тыкать всем этим? Я, блин, не сомневаюсь, что у тебя всего полно. Платья, шмаки, игрушки всякие, прочая хрень. А у меня ничего нету. И музыки я не знаю. И делать ничего не умею. У меня мама в тюрьме сидит. А я на помойке живу. Зря я сюда пришла. А моя мама умерла. Ну ты что, всерьез собираешься разобраться в этом старом деле? А почему нет? Если мать Янки действительно невиновна, я уверен, я смогу это доказать. Так, что там получается? Сотрудники уголовного розыска искали В.И. Степанова, обвиняемого в совершении 5 разбойных нападений и убийстве 6 человек, в том числе 2 сотрудников милиции. И нашли у Ирины Андреевой, матери нашей Янки, предполагаемой сожительницы Степанова. Что там дальше? Вот. Вот, так, прости. Степанов был мертв. Андреева спала рядом с трупом в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. С окровавленным ножом в руках. Очень удачно. О. А девочка видела убийство? О, привет. Девочка? Да, да, дело 15:43. А, да. 9-летняя дочь Андреевой сидела, забившись в угол комнаты. И при виде следователя УГРО сбежала. Так. Девчонка утверждает, что ее мать никого не убивала. Что она видела? Вот, кажется. Янка говорит, что видела, как сотрудники уголовного розыска вкладывали нож в руки матери. Тут вот еще они хотели ее поймать, но она сбежала. А что тебя смущает? Что? Не понял. С таким количеством алкоголя в крови, которое здесь указано, зарезать ножом взрослого мужика затруднительно. А если она пила после убийства, то в картину не вписывается нож в ее руках. Ну-ка, дай-ка воды. Саш. Надо экспертам показать. Иди, иди. Я возьму тело. Я возьму с собой. Дело 3176. Угу. Что ж, Саша, ваша догадка была верна. Вот это место обрабатывали сначала марганцовкой, а потом перекисью водорода. Цель тут была одна. Какая, Петь? Распишись, Кать.
перманганат калия, он же марганцовка, уничтожает следы чернил. Уксусная кислота выступает катализатором, а перекись водорода, как всем известно, обесцвечивает. То есть кто-то вывел то, что было здесь написано? Угу, именно. Ну, мне это по штату положено, да и стыдно было бы не знать. А вот как, Саша, вы об этом догадались, не представляю. Петр Данилович, дочка как-то таким же хитрым способом решила вывести единственную в жизни двойку. Всю квартиру марганцовкой залила. Угу. Так вот, съездила я в дом, который мы купили. Пахать там, конечно, не перепахать, но да посмотрела, что из деревьев посадить можно. Что будем садить? Лучше это будут яблони. Я решила так. Но дело не в этом. Вспугнула я оттуда бегунов. Взять они ничего не успели, только консервы понадкусывали. А окна, двери, замки целы? Целы, как девица перед свадьбой. Теперь только на огород все расщеперенные. Ага. Значит, уходили через двор. Ну да. И вот что я тебе скажу, Саша. Эти спринтеры умеют не только по консервным банкам. Руки у них пришиты. Перспективно. Их наборчик. Вполне себе деловой, как бы я посмотрела. Чаю? Кофе? Не спишь? А у меня для тебя, ну, как бы подарок. Прикольно. Нравится? Мне нравится. Спасибо. Что-то случилось? Нет, ничего. Стоять! Что делаешь? А, воруешь? Воруешь. Ну ты попал. Круто ты попал. Я сейчас ментов вызову. Все. Ты с ума сойдешь здесь. Дяденька, не надо ментов.
Да у меня мать больная! Да у меня сестричка голодная! Да если я им куска хлеба не принесу, да они все умрут! Да хотите, ударьте меня! Только, дяденька, отпустите меня, пожалуйста! Ну, я же ничего не взял, смотрите, ничего нету, а! Ну, пожалуйста, отпустите Ладно. Меня! Только... Я сегодня добрый. Пошел вон отсюда! Ничего. Ничего. Нормально все. Машина тепло, чистая. Как все прошло? Нормально, нормально. О, дай добика. Ну-ка, Децл, свали. Что, не продали, что ли? Не спеша выезжал из города. Работаем, как всегда. Ходил на дальнем где-то малявки. Сколько раз уже просили содрать со лба. Мимо поста скорость зума цифрового фотика. Ровно на два этажа это минимум. Дымом, видимо, масса критикал. А завтра чё? Да вроде пятница. Шумит часам к пяти, а сейчас пора разваливаться. Голова работает в режиме спорт. Чекай у микрофона, а гидропона в бонг. Как в 9 классе завалил экзамены. Тамара Анатольевна, привет вам, пламя. Резина Гудьер, машина пропитана дымом. Притормозили возле магазина Белинского, пересекая Щерса, перебегал на красный. Немного покоцали, Буба выдает не максимум, это факт. Ну кому как, вибрация до потолка. Кто-то говорит, ему не нравится 4К. Да пошел ты нахуй, у тебя летит моя нога. Кать, поинтересуйся, сколько по городу дел о нераскрытых кражах в коттеджах? Да, есть информация о грабителях и возможность их накрыть. Идиоты! Я же сказал Толяну на сегодня отбой. Какого хрена вы поперлись? Да я ничего не знаю. Никакого отбоя не было. А Толян, он, наверное, опять клеен. Пойдете назад, по помойкам шарится. Да чего ты психуешь-то? Все же нормально. Мы же взяли хабар. Чего я психую? Чего я психую? Мелкий, иди сюда. Вот какой-то чувак снимал на камеру с мобилы. Да, чувак, похож. Спалились, идиот. Спалились! Как такая лажа вышла, а, Ванечка? Как такая лажа вышла? Я не знаю. Я не в курсе. Ты, лошара позорный, решил, что такой матерый волчара тебя просто так отпустит? Да хвоста же не было за мной! Вставай!
Раздевайся. Штаны снимай. Ты чего здесь? А, Ин, это самое, у тебя деньги есть? Немного есть, а что? Ну, блин, курить охота. Я думала, я у вас тут чего-нибудь найду. Ничего нет. Папа бросил. Маме обещал. А-а. А может, мы с тобой прошвырнемся до ларька? Я с 9 лет курю. Будь другом. Ну ладно. Только ты это, бабушке ничего не говори, а то как-то неудобно. Ладно, пойдем. У нас большой гембель. Девочки пропали. Я проснулась, их нет. А двух детей остался один Иночкин мобильник. Я, дура старая, спала и не слышала, как они ушли. Саша, Саша, я с тобой. Саша. По-хорошему. Ты в детдоме никогда не жила? В колонии не сидела? Мы изгои. Мы не сдохли, и мы работаем. И только так мы можем зарабатывать себе на жизнь. Ради тебя твой папочка прикроет свой хавальник. И мы все останемся на воле. Чего, а? Ну, тихо. И что мы будем делать, Саша? Где искать? Маячки. Да. И 4 голодных беспризорников в один день – это слишком. А Инна – это единственное, что у меня осталось. Мое слабое поле. Раздевайся. Как? Помогите девочке. Вы
Давай, стреляй! Уберите этого! Я сама! Давай, давай, детка. Сделай это красиво. А? О, да. Что, все-таки нужна помощь? Она не все сняла. Ай-яй-яй. Хорошо. Саша, нам еще долго? Минут 15. Быстрее, Саша, быстрее! В темпе вальса, Саша! Да. Именно это я и хотел от вас услышать, Александр Юрьевич. Да. Как говорится, ваша дочь у нас. Правила ясны и понятны. Во-первых, принесите нам картинки, которые вы снимали сегодня ночью. Во-вторых, забудьте о существовании нашей команды. И в-третьих, принесите нам флешку. Сами знаете, какую. Чего надо? Чш-чш-чш. Есть предложение. Ну? Пойдем со мной. Ты куда? Ты чего? Ты пойдем чего? Со Не надумали? Хотите, чтобы вашу сладенькую девочку повредили? Пожалуй, я дам своим пацанам позабавиться с ней. А вам вышлю видео, чтобы ты посговорчивее был, козел. Да, я все отдам. Сделаю все, что скажете. А сейчас не трогайте дочь. Отпусти ее. Ну вот и ладненько. Конечно же, мы вернем вашу дочь. Конечно же, не сейчас.
мы должны обратиться к специалистам, чтобы они проверили, делались ли копии, то, сё. И мы должны удостовериться, что вы нам дали то, что нам надо. А то ты, блин, слишком умный. Спекся твой папаша. Спекся. Урод. Самонадеянный идиот. Саша. Умный. Саша. Как я мог? Саша, это что? Это же вещи Инны. Где она? Ее увезли. Саша, не гони волну, еще не шторм. Глянь. Что я нашла? Глянь. Ты глянь. Чш, тихо. Так. Протектор. Едем. Еще вчера у меня были дела. Сегодня в РКТБ пацанам салам. Есть два куска, у одного не вариант. Бросим пан левый ряд. Куда звонишь? ГИБДД. Алло, у меня экстренное сообщение. Похищен человек. Ёп. Дева, да, девочка. Да, везут по Челябинскому тракту. Джипы. Просьба останавливать все джипы на посту ГИБДД. Спасибо. Саша, ты уверен, чтоб ты так был здоров? Следы, которые вы нашли, принадлежат фирменной резине джипа. Но ты точно знаешь за этот тракт? Сирена, за 5 минут нашего разговора мимо их машины прошло 3 скорой помощи. На этом тракте есть станция скорой помощи. Ой, Саша, я паникую. Должны успеть. Если мы оставим Инну хотя бы у них на сутки, невредимой домой она не вернется. Господи, Господи, помоги. Господи. Придется объехать. Саша! Саша! Это же не тракт! Все, спокойно! Я сделал промежуточный ход. Мы перекрыли дорогу. Когда эти подонки увидят, что перед их носом шмонают джипы, они поедут в объезд. Понятно. Как раз поедут сюда. Страна уродов. Сломалась? Кто урод? Шеф, это машина клиента! От тебя эта флешка. Надо ее отдать, чтобы она сгорела. Папа! Да. Папа! Я отдам. Ребята разобрались с делом этой банды беспризорников.
Уже сейчас раскрыто более 15 эпизодов. Виртуозно совершенные кражи. Угу. Конечно, дети могут сделать то, что взрослым не под силу. Так что тебе в частном порядке благодарность за поимку банды. Проходите. Куда вы меня тащите? Пусти, козел! Пусти! Да в чем дело? Документы я уже подписала. Сейчас ее приведут. Отлично, Ирина Викторовна. Ой, ты мой хороший. Сладкий какой. Да-да, войдите. Заключенная номер 25. Не надо, Андреева, не надо. Мама! Яночка. Яночка, Яночка моя, кровиночка моя, Яночка. Андреева, у меня для вас новость. Хорошая. Яночка. Ваше дело пересмотрели, и вас признали невиновной. Да. На самом деле, убийство совершил сотрудник уголовного розыска. Брат одного из милиционеров, убитых вашим сожителем. Говорила же я. Не убивала! Да, но улики-то против вас ведь были. Сотрудник угроз фабриковал их, чтобы найти 100% козла отпущения. Если бы он застрелил убийцу брата при задержании, его бы точно обвинили в убийстве. Вот так. Спасибо. Спасибо! Ой, спасибо! Не надо, не надо. И не меня благодарить надо. Ваше дело пересмотрели благодаря вмешательству Александра Юрьевича. Спасибо. Спасибо. Что? Хороший, да? Добрый? Нет. Спасибо. И за Инну простите. Нет. Что? Такое не прощают. Я не собираюсь тебя жалеть. Зачем тогда помогал? Дело вообще не в тебе. Просто твоя мать действительно невиновна. Ну что, Андреева, свободно. Вот приказ. Натворила. Ну, почему этот человек злой на тебя? Да ничего, мам. Пошли домой. Пойдем. Конечно, Юнусик, пойдем. Мам, пообещай мне, пожалуйста, что ты больше не будешь пить. Юнусик. Thank you.
тебя люблю. Я тоже тебя очень сильно люблю. Пап, а что будет с этими ребятами? Ну, с беспризорниками? Не знаю. Я Маковка, не Господь Бог. Жалко их. И Янку эту жалко. Она, наверное, такая, потому что у нее мамы нет. Ну, не было. Мамы у тебя нет. У меня есть ты. Лучший отец на свете. Самый мой родной человек.